Так, сейчас мы по-быстрому соберем стабилизатор, установим камеру, и я уже покажу, как это все работает вместе с Raven Eye и с Full Focus. Так, это Raven Eye. До 50 метров без антенн. Если нужно более 50 метров, то тогда уже нужно открывать антенны. Так, сейчас соберем Full Focus, наденем зубчатую ленту. Так, я установил Full Focus на площадку высокую Ронина. Сейчас отодвину Full Focus и закреплю его на эту зубчатую ленту. Не знаю, как правильно называется, но пусть будет так. Так, телефон-держатель сейчас установим, чтобы можно было туда сразу телефон зацепить. Подключаю все провода, HDMI, камеры к Raven Eye, Full Focus. Ронину подключаем. Сейчас я быстро балансирую стабилизатор. Так, готово. Устанавливаем телефон. Ну и включаем. Так, Ронин просыпается. Опа. Ну, далее. Проверяем, как он работает. Главное не забыть все оси разблокировать. Вот Full Focus сейчас демонстрирую, как работает. Далее немного джойстиком покрутим. Вот видите, колесом фокусировки регулирую. И так можно регулировать сам фокус на объективе. Сейчас я зайду в Wi-Fi, настрою Raven Eye. И зайду в приложение, подключусь. Все, подключился, смотрим, как работает Full Focus вместе с Raven Eye. Изображение передается на телефон. Задержки практически нету, там может 20 миллисекунд. То есть очень хороший показатель. Довольно шустро работает Full Focus. Ронину прям вообще все равно, что этих каких-то килограмм 200 на вес идет. Понятное дело, что он может и более 3 килограмм даже выдержать, если правильно сбалансировать все. Так, далее я сейчас вам покажу, как дистанционно управлять со смартфона. Джойстик виртуальный. Это все через Raven Eye. Ну, можно и без Raven Eye управлять джойстиком, но фокусом не получится управлять без Raven Eye дистанционно. Вот, видите, можно дистанционно фокусом управлять. Далее слежение за объектом. Выделяем объект, за которым мы хотим, чтобы следил Ронин. Ну и, соответственно, передвигаем предмет, и он следит за ним. Правда, если надо какие-то шустрые объекты, то надо настроить мощность двигателя более сильно. Также можно с акселерометра управлять. Я вам только что продемонстрировал. Это так, не особо интересная вещь.
Ну и вот, в принципе, весь стабилизатор с полным комплектом. Как работает?